Саженцы гейхера гибридный Марс получены в результате скрещивания американской и волосистой гейхер. В высоту куст вырастает до 20 см. Эффектно смотрится розетка из больших, бархатных, волнистых светло-зеленых листьев. Когда они распускаются, то приобретают малиновый окрас с серебристым рисунком, а ближе к осени становятся коричневыми. Цветение белыми цветками, собранными в соцветия, продолжается в течение 2 месяцев. Гейхера предпочитает посадку в полутени. При выращивании растения на солнце необходимо будет обеспечить растению обильный полив. Отличается хорошей зимостойкостью. Гейхера гибридная Марс – это многолетнее растение высотой 30 см. Трава лучше всего подходит для групповых посадок. Гейхера прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола гейхера гибридная Марс можно отнести к группе низкорослые. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания гейхера прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает гейхера гибридная Марс в месяц июнь-август. Цветок окрашен в белый цвет. Лист этого прекрасного растения по форме пальчато рассеченный. Летом цвет листьев красный, серебряный, липовый. Обратите внимание, что гейхера гибридная Марс – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.